Гродна прыняў эстафету маладзёжнай сталіцы Беларусі. У гэтай сувязі падрыхтавана вялікая праграма святкавання падзей. Першыя з запланаваных мерапрыемстваў прайшлі ўжо напярэдадні, а сёння, 25 лютага, урачысты марафон працягнуўся. Дзень пачаўся з сімвалічнага і памятнага мерапрыемства ў гарадскім парку. Тут прайшоў урачысты мітынг і ў складанні кветак да помніка воінам-вызваліцелям Гродна. Это невероятно важно для нас, для молодежи, потому что не раз поднимался вопрос и в послании главы государства, и на Всебелорусском народном собрании. Это патриотическое воспитание молодежи, которого сейчас не хватает. И вот эта возможность отдать дань памяти, возложить цветы, вот даже вот этим маленьким действием как-то поблагодарить наших дедов, прадедов, это действительно очень важно, и мы это будем делать с большой благодарностью. Память о Великой Отечественной войне – это уже не просто история, память, это наша культура. И долг каждого белоруса, как и жителей всех постсоветских стран, помнить об этом, приумножать и не допустить фальсифицировать историю. Таким чином, з мітынга і ускладання кветак у святым для кожнага гродзенца месцы быў дадзены старт усебеларускай маладзёжнай экспедыцыі маршрутамі памяці, маршрутамі адзінства у рамках патрыятычнай акцыі «Памяць сэрца». Удзел у мерапрыемстве прынялі дэлегаты рэспубліканскага свята «Гродна, маладзёжная сталіца Беларусі 2021» з розных абласцей краіны, прадстаўнікі студэнцтва і працоўных калектываў. Як было азначана рэалізацыя такіх праектаў, яшчэ адно сведчанне таго, што маладыя беларусы ведаюць і ганарацца подзвігамі сваіх дзядоў і прадзедаў, здзейсненымі ў гады Вялікай Айчыннай. Іменіта памяць і пашана да гісторыі сваёй краіны і сваіх продкаў аб'ядноўвае моладзь. В течение года город Гродно будет принимать гостей, будет готовиться, работать над новыми идеями, новыми проектами. И они будут способствовать тому, чтобы сегодня каждый из наших молодых людей не только ценил то, что было, но чтобы он чувствовал ответственность за будущее нашего города, нашей страны, чтобы мы делали общее дело, работали на созидание, на развитие нашего общества. Потому что очень важно, чтобы был мир и спокойствие, согласие между людьми, между народами, национальностями, которые проживают в нашей стране.